Месяц с небольшим, и отопительный сезон завершится. Самый важный и сложный этап работы ТЭЦ завершены. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских провел рабочую встречу с руководством ульяновского филиала Т+. Он отметил, что положительные температуры за окном не повод расслабляться. Пора готовиться к следующему отопительному сезону. Я считаю, что сезон отошли без сезона. Сейчас как раз самое время начинать. Состав оборудования меняется, и можно приступить к ремонтным работам. Сейчас со снижением температуры сетевой воды у нас есть возможность начинать ремонты там, отдельных единиц. В настоящее время уже начат капитальный ремонт турбины номер 10 на Ульяновской ТЭЦ-1. Она проходит плановый капитальный ремонт. Мы будем продлевать ресурс этой машины. Снежная и холодная зима, которая была в этом году, стала испытанием для установок и приборов. Но даже на максимальных мощностях оборудование показало себя хорошо. За зиму случилась всего одна нештатная ситуация, которую быстро устранили. Этот отопительный сезон ознаменовался сильно отрицательными температурами. Достаточно продолжительный период температура была на уровне минус 20 и ниже. Для нас это испытание. Испытание как для оборудования, так и для персонала. Прежде всего электростанций, тепловых сетей, которые обеспечивают поставку ресурса на нужды отопления и горячего водоснабжения. Могу сказать, что отопительный сезон прошел без серьезных нарушений. У нас был один небольшой инцидент на улице Терешковой 28 февраля, с которым мы в очень короткие временные рамки справились. Также в ведомстве Т+ плотина на улице Азовской. Сейчас она находится в статусе резервной, но соответствует стандартам промышленной безопасности. Компания поддерживает ее в рабочем режиме. Сейчас основная цель у плотины – держать уровень воды в реке Свияги. В случае сильного паводка этой весной искусственная преграда поможет горожанам не оказаться затопленными водой. Отопительный сезон в 2024 году планируют закончить в конце апреля или в начале мая. Светлана Карпухина, Геннадий Бухтаяров, Ул-Правда ТВ.